Повернути окуповані території та людей в Україну можливо мирним шляхом. Про це співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заявив під час свого візиту до Лисичанська, що на Луганщині. Політик вважає, що визволити полонених потрібно продовжувати прямі переговори. Ми не просто говоримо ні на ток-шоу, в ефірах. Ми реально його реалізуємо. Ми на прошлой неділі представитель політсовета нашої партії вже провів прямі переговори з непризнанными республиками и освободил первых пленных. До этого полтора года эта работа не велась. И потому что она была заблокирована прошлой властью. Им не нужны были люди, которые оказались в плену. И дальше мы будем продолжать прямые переговоры с непризнанными республиками, потому что мы должны договариваться и завершить это все мирным договором, восстановлением территориальной целостности нашей страны, возвратом этих территорий и людей в Украину. И мы для этого делаем все и будем делать. И дело не в выборах, а дело в том, что это наша позиция.